Сегодня же в индустриальном парке появился газ. Подземный газопровод высокого давления дает доступ к голубому топливу сразу двум районам. В течение 5 месяцев этот объект построили. Сложно тем, что мы еще закольцевали 2 района. Янтиковский район и город Канаш. И город Канаш, он немножко слабоват был по газоснабжению, по объему потребления. Как, в смысле в том, что мы не могли обеспечить. Мы закольцевали 2 города, есть Янтиковский и Канаш. И сегодня 5500 километров часовых мы можем поставить газ дополнительно городу Канаш на этот объект.